Приветствую вас. Проблема может быть несколько разных плоскостей, в том смысле, что здесь может быть как некое застревание, да, элемент застревания в определенном переживании, что, в общем-то, отражается в виде навязчивых идей и навязчивых желаний, соответственно. Либо это проблема незавершенного гештальта, то есть вот ну, ситуация такая, да, что вот как-то вот вы увидели объект своего вожделения, и теперь отказаться от него вам достаточно сложно, да и в общем-то желания особого отказываться от объекта у вас в принципе нет. Вот, что, кстати, вполне себе нормально. Вот, если вы себя корите, условно говоря, если вы себя корите за то, что вот вам ну, хочется, если вы себя корите, если вы себя ругаете, вот то желание, конечно, становится сильнее, потому что обвинение, ну, если обвинение присутствует, да, если обвинение есть, то оно, конечно, ну, закрепляет вашу потребность, оно закрепляет обвинение, ваше желание, оно его подкрепляет, и, соответственно, через обвинение, через какой-то вот такой негатив, да, вы от этого не избавитесь, вы не освободитесь, к сожалению, большое. Вот. Смотрите, значит, вы говорите о том, что появилось у вас влечение к своей, значит, вот, к своему объекту, у вас появилось 27-28 лет. И, в принципе, я думаю, что в тот момент вы уже были достаточно взрослым человеком, вы уже были достаточно сформировавшимся человеком. Вот, и, как мне кажется, в общем-то, ну, были и есть некие причины, некие основания, по которым у вас подобное желание вообще говоря появилось, да? Вот. Что это? Что это? Может ли быть так, например, что это следствие неудачи в личной жизни у вас? Может ли быть такое? Может ли быть такое, что это вот именно результат того, что, ну, что у вас не складывается отношения с девушками? Может ли это быть следствием того, что вы там, допустим, нуждаетесь в каком-то особом отношении, в том числе в особом отношении девушки к себе? Это тоже достаточно важный момент, потому что выстраивать связи, выстраивать взаимодействие можно по-разному. Вот. В конце концов, бывают ситуации, когда особенно при взаимном, так сказать, желании, если это, ну, если желание взаимно, то нет ничего особо плохого в том, что вы, будучи взрослыми людьми, вступите в интимные отношения, ну, при условии, конечно, если это не будет приводить к
рождению ребенка, например. Потому что ребенок все-таки, ну, это негативное последствие подобного рода связи. Вот, и, собственно, недаром эта связь является официально запрещенной именно из-за этого, из-за того, что последствия вот, в виде детей у этого негативны. Вот. Значит, ключевой момент, что вы стыдитесь этого, то есть вы себя вините за это. Ключевой момент в природе вашего желания, то есть чисто ли это сексуальное желание, или это желание имеет определенную психологическую природу, да, ну, самую разную психологическую природу, вот, как абсолютно разную, да, начиная вот с того, как вы воспринимаете объект своего увлечения, вот, и там, заканчивая вашими там, собственными, грубо говоря, предпочтениями, да, в области того же секса, например. То есть все это очень важно. Вот, все это имеет смысл проанализировать, все это имеет смысл проработать, и вполне вероятно, что если подобная связь произойдет, вот, то ничего страшного не будет. При условии, конечно, что вы сейчас не будете заводить ребенка. Вот. Ну, это вы уже сами решите, как вам поступать. Я, наверное, совершенно точно знаю, что вот ваше отношение к тому, что вам хочется, оно очень сильно вредит. Сейчас оно сделает что угодно, только не как бы, ну, не помогает вам, грубо говоря. Вот. Поэтому двигаться вам нужно в этом направлении. То есть в направлении именно принятия своего желания и рассмотрения всех способов его удовлетворения. Вот. Как бы и что бы там ни было в принципе, потому что, еще раз повторю, желание само по себе не уйдет, скорее всего. Вот. Такая вот история. Это то, что я могу вам сказать. Вот. Дальнейшее зависит исключительно от вас. То есть, если вы решите поработать, если вы решите изучить данный вопрос, то с огромным удовольствием я вам помогу, ну, либо я, либо любой другой специалист, ну, психолог. Ну, вот, ну, смотрите, решайте, выбирайте, вот. Самое главное, не оставляйте это как бы, на самотек. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.